Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Герман. Я вас всех приветствую в очередной серии по игрушке «Наша рыбалка». Наконец-таки я решил добить этот летсплей, еще заснять еще одну серию, потом еще одну засниму и закончим на 20-й серии мы этот летсплей. Я не знаю, что я хочу показать в этой серии, ну как знаю. Ну, хотел показать вам, как поймать сама, ну, хотя бы маленького. Мне там в комментариях давным-давно писали, что, типа, Герман, можно поймать и маленького сама. Не обязательно на 100 килограмм идти. Ну, давайте сейчас, так, у меня деньги есть, выбрать. Нет, наверное, надо время, да? А время нам какое? Нам, наверное, 0-0 надо сделать время. Он же ж ночью клюет сом. 0-0 это самое то, походу, будет. Я уже забыл, если честно, где тут что клюет. Надо будет сейчас искать. Наверное, дальний кордон. Я помню, как локация выглядит, но не помню, где она находится. Сейчас найдем эту локацию. Мне там писали в комментариях, что если ты не вылавливаешь рыбу, то не выкладывай серию. Знаете, что хочу сказать вам? У меня не очень-то много времени, чтобы вот сидеть по 5 часов, по 6 именно в поимке рыбы, чтобы потом, как я это раньше делал, чтобы потом вы посмотрели, как вылавливать рыбу. Я вам могу только показать примерно, как это можно сделать. И все. Так. Ну, давайте теперь сейчас снасти, наверное, снарядим. 25 килограмм, думаю, надо поставить. Катушку. Так, 25 килограмм. Катушку, Макс. Катушка не влияет. Леску. Вот с леской у меня проблемы. Ну, поставим леску на 16, наверное. И крючок. А крючок даже не знаю какой. Может поставить номер 14, а? Или номер 12. Давайте, наверное, на номер 14 поставим. Хотя, наверное, большеватый будет крючок. Наверное, я не знаю. Нет, давайте, наверное, все-таки поставим 8. Все-таки 8 как-то так будет. Лягушечку. И куда ж мы закинем? У нас есть эхолот. Ну, эхолот нам показывает, что нам еще не время туда кидать. Ну, в принципе, как всегда. Как всегда, 2.91. Нам чуть-чуть не хватает. Вот 2.91. Мы можем закинуть сюда. Давайте заброс. А, надо сделать глубину. 2.91. Сейчас мы быстренько ее сделаем и забросим снасть. Я надеюсь, что нам что-то поймается, что-то клюнет, потому что все-таки хочется, чтобы предпоследняя и последняя серия были хотя бы более-менее. Уже хочется хоть что-то здесь поймать и, естественно, уже закончить с этим летсплеем. Сейчас времени крайне мало. Еще сразу же хочу сказать, что я не выкладывал пару дней серии, потому что зависал на работе, причем капитально зависал. То есть я сейчас же говорил, те, кто смотрят меня, думаю, понимают, я устроился на работу, и поэтому я не могу сейчас, вот в данный момент, выкладывать очень много серий по рыбалке и так далее. А Майнкрафт очень долго заливать. Я пытался его заливать, но, короче, у меня тут свет вырубится, тут еще какая-то фигня сбросится. Ну, короче, невезуха полнейшая. Поэтому не повезло. Ни Майнкрафт не выложил, ни рыбалку. Ну, сегодня у нас Пасха. Хочу вас всех поздравить с этим праздником церковным. И вот я снимаю 19-ю серию. И, наверное, в этот же день и выложу эту серию. Хочу выложить, но там я не знаю, как пойдет дело. Я думаю, у меня хватит времени, чтобы ее на рендер кинуть, а потом я еще буду дома, то есть никуда не уйду, чтобы поставить хотя бы заливаться ее, чтобы вы посмотрели. И потом я еще думаю снять еще одну серию, чтобы
Так. Ну, снять еще одну серию, чтобы вы посмотрели последнюю 20-ю, и все, и уже начали непосредственно смотреть только фантастическую рыбалку. Еще тоже много людей писали, что Герман там, Атом Фишинг еще есть, там русскую рыбалку поснимай, тоже только Инсталюшн писали, не онлайн. Ну, хотя за онлайн тоже писали. Ну, давайте разберемся. В онлайн русской рыбалки я не вернусь. Скорее всего, вообще уже. Потому что сильно вот разработчики дерьмо в ней, они вообще не думают о игроках. Они только думают о своем кошельке. Меня это очень сильно бесит. Мне плевать, какой они там симулятор пишут, но на Новый год можно было бы сделать людям подарки. Вам это ничего не стоит зайти, нажать пару кнопок, пару штрихов написать, чтобы у каждого внутри хотя бы появилось, там, я не знаю, или просто там по миллиону каждому раздать. Ну, я не знаю, какой-нибудь хотя бы подарок на Новый год. В итоге ничего не было. В итоге только подарили средний палец и сказали, типки, идите, конец, поглядите. Вот так вот. И это обидно было довольно. А за русскую рыбалку Installation Soft... Так, давайте, наверное, перезакинемся. Что-то вообще клёво нет. За русскую рыбалку Installation Soft я даже не знаю, что вам предложить. Что вам сказать? Не клюет, да? Что у нас? Вообще клёво нет. Может, потому что это... Знаете, крючок великоват или удочка. Давайте, наверное, все-таки снасти поменьше поставим. Поставим на 15, леска 16. Тут точно такой сом есть, так что можно не трогаться. А вот крючок давайте поставим, наверное, на 6. Друг. Крючок действительно большой. Ну, наверное, на 5.39 можно закинуть, я думаю. Вот сюда. Когда-то здесь ловили сама 5.30. Почти 5.39. Все, закидываем. Отлично, ждем. Ну вот, и поэтому у нас сейчас, ну, как многие, наверное, знают, на Украине всякая фигня творится. Там БНДР, все такое, перестрелки, ну и много другое. И я не знаю, кто заведует форумом, в принципе, по-моему, украинские какие-то, ну, типки, поэтому, возможно, что из-за этого нету ни обновления, ничего, или просто у них нету, пошел клев, маленький крючок для клюнувшей рыбы, окей, поменяем, поставим крючок, 6 у нас стоит. Давайте поставим все-таки 8. Лягушка назад, на это же место. Ждем поклевочки. И вот я думаю, что у них либо нет времени, либо какие-то серьезные проблемы, потому что больше пока обнов нет, тем никаких нет. Не, ну форум вроде там еще живой, там типа пишут в разных темах. Знаете, вот, и там, ну просто обычные там переписки, чтобы не скучно было. О, еще поклевка. Маленький крючок. О, блин. Нифига себе. Это меня немножко радует. Да тихо ты, куда ты? Давайте тогда поставим на 12. Вдруг на 12 нормально будет. Лягушки у нас с вами много, можно как бы не париться по этому поводу. За фантастическую рыбалку могу еще сказать. Хотел опять фантастическую снять. Отрендерить, выложить серию, но, блин, дорогие друзья, надо заканчивать с летсплеем по нашей рыбалке. Прям вот, не знаю, хочется играть в фантастическую рыбалку, потому что сейчас время есть настроение вроде бы. А вот, надо вот все-таки гнетет, знаете, такая мысль задняя, что вот, типа, у меня еще не законченный летсплей, там, на канале висит. Люди, может быть, некоторые ждут, некоторые не ждут прохождения, а... Все равно надо закончить как-то не дело, да, я как-то обещал, что будет 20 серий и может быть даже больше. Ну, больше, уже не вижу смысла здесь больше снимать. Вроде пошло. Просто реально,
Что тут еще снимать, я пока что не знаю. Кроме что, как ловить вот это сама на эксперте. Ну и другие какие-то рыбы. Не все. В основном так. Так надо подсак. Поэтому будем. Я буду играть фантастическую пока что в 7 раз. 2 килограмма сон. 2 килограмма. Так, лягушка. 2 килограмма это довольно малый вес. Но это все же приятный вес. Хоть какой-то сом за многое время. Потому что раньше я вообще не мог поймать нормального сома, и меня это вот жутко бесило. Сейчас же вот я могу поймать сомика на 2 килограммчика хотя бы. Хотя бы 2 кило. Уже приятно. Еще вам что-то хотел сказать, забыл. Про Atom Fish хотел сказать. Мне там писали, что скоро будет у них набор, может быть уже идет набор для еще тестир бета-теста, закрытого бета-теста, набор игроков. Я не знаю насчет этого, насчет атомной рыбалки, потому что, понимаете, как бы снимать два проекта сразу, это просто головная боль. Ладно, если там один офлайн, а другой онлайн. Вот как вот я снимаю, вот снимал нашу рыбалку фантастическую, это еще ладно. А вот если снимать два онлайна, это вообще бред. Потому что там надо успевать играть, там надо успевать играть. У меня столько времени нет. Я вообще вот же хочу сразу сейчас быстренько закончить этот летсплей по нашей рыбалке. И уже не возвращаться к нему, не вспоминать о нем, пока там не выйдет какое-то вообще грандиозное обновление, такое, которое действительно достойно внимания. Базы там новые, добавление рыб, это... Ого, как быстро. Это все, я думаю, понятно, да, что это все так, мелочи. Вот если выйдет какое-то такое вообще мега серьезное, тогда, конечно, буду продолжать снимать. Ну и то, я думаю, многие знают, что мне тоже как бы в армию скоро, ну, осенью еще когда, поэтому каких-то... О каких-то крутых там планах, летсплеях огромных. Я не могу вам ничего обещать. Я вообще не могу ничего обещать. Я даже не знаю, смогу ли я что-нибудь выкладывать, когда буду в армии. Вот в чем прикол. Я думал, может там с телефона или еще что-то. Ну блин, там я не знаю, короче, как все повернется, как все пойдет. Может быть нормально пойдет, может быть нет. Короче, вот так. Вообще не знаю совершенно насчет летсплеев, поэтому обещать не буду, потому что не знаю, как бы обещать то, что будет еще очень не скоро, и вообще будет ли оно, я не могу. Могу только предполагать, только предположение, и все. Еще один сом у нас с вами на крючке. Сейчас мы его вытащим. Тоже маленький, но хоть какой-то сом. Приятно, приятно. Давайте немножко поэкспериментируем. Поставим на 25 килограмм. Лесочку поставим. Ну, на 16, ладно, пусть стоит. Крючок поставим на 14. Даже, наверное, на 16 поставим. И поставим лягушку. Я думаю, что... Я думаю, что рыба клюнет. Она клюнет хотя бы от... Ну, хотя бы там, я не знаю, насколько она может клюнуть, в принципе. Но думаю, нормально, рыба клюнет. И будет все хорошо. Ну, если нет, клёво сейчас посидим еще чуть-чуть, не будет, то все тогда сворачиваемся. Хочется тоже покрупнее сомика. Не хочется мелких, знаете, тягать. Мелких сомов тоже не очень прикольно. Не, ну хотя в реале бы на килограмм, так на два сомиков поймать, это было бы круто. Еще, да, я помню, что я обещал вам реальную рыбалку. Но пока тоже, блин, у меня удочек-то нету. Друган работает тоже. Времени вообще, короче, в обрез. Он тоже и по субботам, когда его вызывают, работает. Только на другой работе, я на другой.
Я тоже, когда по субботам вызывают, я работаю, допустим, вчера была суббота, я вчера работал допоздна вообще. Ну, блин, время нету. Поэтому, если будет время, то обязательно на рыбалку съездим, и все будет окей. Так, не клюет, ничего. Может, просто закинуть в другое место, вот, куда-нибудь. Откуда я могу, а? 4.23, да? Давайте на 4.23 закинем. Лежит. Надо сделать 4.23. И закинем сюда. В надежде, что что-то у нас поймается. Пусть. Так, и на F у нас, по-моему... Не, на F у нас фонарик. Ну чё ж у нас тогда на H? На S. Во, на S сигнализатор. А то я думаю, что-то рыба клюет, а звука нет. Звука нет, а рыба есть. Он сейчас будет сигнализировать нам. Сигнализация. Ой. Если получится, то сниму тоже настоящую рыбалку, выложу. Как что. В принципе, у меня есть к вам вот такой вопрос. Мы можем пойти в поход с друганом. Далековато, за 20 километров, короче, от дома. Ну, знаете, так там, пожарить там картошку, сосиски, все такое. Просто так в лес, короче, в поход. Там озеро есть в лесу, небольшое. Ну как озеро, прудок такой небольшой. И можно возле него посидеть. Вот если вы захотите, я могу снять видео о том, как мы идем о нашем походе туда, на этот пикник. И скинуть, то есть, вам, смотрите. Ну, это если у вас есть желание, потому что у меня камера снимает всего лишь 20 минут. Видюшка будет недолгая. Я многое заснять. Да и камера у меня обычная мыльница, Nikon, там, самый простой. Поэтому я не смогу заснять что-то очень мега качественное. Рыба вообще не хочет брать. Сразу такая. Давайте еще раз попробуем. Поэтому вы там подумайте, если много человек захотят, то тогда можно будет заснять видео. Просто это что же, это ж надо заснять, потом еще потратить пару часов, пока там Камтазию его обработать, ну то есть там, подрезать там что-то, где-то подправить, ну думаю, это всем понятно, поэтому как-то вот так вот надо. По-другому никак. Так, а за летсплей, что дальше у нас будет после фантастической рыбалки, я не знаю. Ну а как, помните, я когда-то хотел по онлайну сделать огромный летсплей, вообще там много серий. Но в итоге по онлайну у нас быстро все замялось, потому что там реально надо задротить. А задротством это вообще туго, я не могу задротить лично. У меня нету ни времени, ни желания это делать, поэтому никак там. А вот по фантастической я не знаю. Смотрю, как-то мы быстро с вами маханули несколько, ну, короче, 10 уже серий. Вообще так на одном дыхании, да, так. У нас еще может открыться второе дыхание. Необходимо заменить батареи фонаря. Офигенно. Короче, заканчивается у нас серия. Нужно заменить батареи фонаря. Ладно, что ж поделаешь. Давайте купим батарейки. Ну а где они? А вот это, наверное, походу. Купить. Тут, в принципе, все нормально. Это можно тоже продать, не нафиг купить нормальные деньги, пока есть. Хотя денег уже все как кот наплакал. Не знаю, что будет в следующей серии. Ну, у нас серебряная медаль. Обещать ничего не буду. Давайте продадим рыбу, глянем, сколько мы заработали, немножко денег заработали. И уровень. Доска объявления 14, ну, понятно. Ладно, с вами был Герман. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте большой палец вверх. Всех еще раз с праздником. И до скорых встреч. Пока-пока.